Дорогие земляки, от имени областной государственной администрации и руководства нашей области хочу поздравить вас с праздником Светлого Христового Воскресения. Сегодняшний день особенный. Во все времена и у всех народов Пасха была торжеством жизни над смертью, свободы над рабством, надежды над разочарованием. Силами божественного провидения именно сегодня праздник Христового Воскресения совпал у всех основных христианских конфессий. Господь, который хранит Украину, дает нам понять, что только в единении и взаимопонимании всех народов и национальностей наша сила и наше спасение. Сегодня наступили тяжелые дни. Враг стоит у границ нашей Родины. Он пытается разрушить нашу экономику и навязать нам правила, по которым мы должны жить в своем собственном доме. Но мы обязательно выстоим и мы обязательно победим. Сегодня наша родная Днепропетровщина показывает пример всей Украине. Наши чудесные люди от Межевой до Кривого Рога, павлоградцы, никопольчане, все-все наши замечательные земляки показывают, как нужно вести в обществе политический диалог, хранить мир и спокойствие на улицах, выступать единым фронтом против угрозы внешней агрессии, слышать и слушать друг друга. И при этом радоваться солнцу, продолжать улыбаться и верить в будущее. Руководство области во взаимодействии с правоохранительными органами, общественными организациями, активистами всех политических сил успокоили самые горячие головы и не допустили в области беспорядков. Власть знает, власть слышит, власть действует. Мы каждый день занимаемся экономическими вопросами и боремся с бедностью. Днепропетровщина сегодня – это сердце всей Украины, многонациональная, говорящая на разных языках, придерживающаяся различных политических взглядов, но всегда остающаяся мудрой. Область, где каждому человеку есть место, никто не чувствует себя ущемленным или человеком второго сорта. Так пусть же с Божьей помощью Днепропетровская модель общественного согласия станет ориентиром для всей Украины. Ведь кому, как не христианам, ведомо, что после гонений, преследований и боли Христос обязательно воскреснет. И сегодня Сын Божий воскрес. Христос воскрес! Воскресны Украина!